Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вяжу вот такой цветочек. Далее он превратится у меня вот в такой квадратик. И далее превращается вот в такую кайму-тесьму. Использовать можно вот эту цепочку из квадратов для украшения предметов интерьера, для отделки скатерти, полотенца, например, табурета на кухне, или просто сделать салфеточку из таких квадратов можно. Можно сделать бретельки к сарафану или к топу, а также можно украсить тунику, платье или блузочку, юбочку, край, ну все что угодно. Я буду вязать вот таким крючком, номер один. А также ниточки Ализе Дива Силки Эффект. Нитки производства Турция, 100 грамм, 350 метров. Если кому интересно сочетание вот этих цветов, то я скажу, какой это колор. 376 – это бирюза и розовые Ализе Дива Силки Эффект. 378. Ну что, приступаем к вязанию цветочка. Провязываем 7 воздушных петель и соединяем их в колечко. Теперь обвязываем. Для подъема ряда провязываем одну воздушную и крючок вводим в колечко из воздушных петель. Вот таким образом. Провязываем столбики без накида. Нам нужно провязать 16 столбиков без накида в колечко. Считаем. В процессе обвязывания колечка из воздушных петель я тот хвостик от ниточки прокладывала по колечку и обвязывала столбиками без накида таким образом, чтобы этот хвостик оказался внутри. И вот я обвязала и делаю соединительную с первым столбиком без накида. Теперь провязываю для подъема ряда 3 воздушные петли. Это будет выполнять роль одного из столбиков с накидом. Провязываю 2 воздушные петли, которые у нас будут между столбиками с одним накидом. И в соседнюю провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные, в соседнюю столбик с одним накидом. 2 воздушные и в соседнюю столбик с одним накидом. Вот так у меня должно быть. Обвязаны все столбики без накида предыдущего ряда столбиками с одним накидом в этом ряду. А между ними 2 воздушные петли. Продолжаем вязание. Вот я обвязала столбиками с одним накидом над столбиками без накидов. Между столбиками с накидом в этом ряду я делала 2 воздушные петли. Теперь мы обвязываем по кругу столбиками без накида. Для подъема ряда делаем одну воздушную петлю и вяжем столбики без накида по кругу. Ну и так до конца обвязываем. В конце делаем соединительную с первым столбиком без накида. И теперь вводим другую ниточку. Вот у меня розовая нитка, и я начинаю вязать лепестки. Они состоят из столбиков с накидом. Роль первого столбика с накидом у меня будет играть цепочка из 3 воздушных петель. Итак, я сделала 3 воздушные петли для подъема ряда. И теперь
провязываю следующий столбик с одним накидом. А всего вяжу сейчас 3. Причем вязать их нужно в одну и ту же петлю предыдущего ряда. Три столбика провязали с одним накидом. Теперь провязываем центральный столбик в лепестке. Он из 2 накидов. Итак, один накид провязываем и второй. А теперь провязываем опять все туда же, в ту же самую петлю предыдущего ряда, еще 3 столбика с одним накидом. Итого 7 столбиков. Центральный с 2 накидами, а остальные с одним накидом. Пропускаем одну петлю в основании предыдущего ряда и через одну петлю провязываем столбик без накида. Это у нас между лепестками. Теперь делаем одну воздушную и провязываем столбик с одним накидом через одну петлю в основании предыдущего ряда. Провязали столбик с одним накидом, второй и третий. Нам нужно 3 столбика с одним накидом. Теперь вяжем центральный столбик в лепестке. Он у нас 2 накидами. И еще 3 столбика с одним накидом каждый. Теперь делаем один столбик без накида между лепестками через одну петлю. И пропускаем еще одну петлю и начинаем вязать следующий лепесток, аналогично предыдущим 2. И провязываем до конца лепестки, до конца нашего круга. Провязали 2 лепестка, а у нас должно быть 8. 8 лепестков должно быть. Провязываем еще 6. Ну вот, наш цветочек готов. И мы приступаем к обвязыванию этого цветочка ниточкой бирюзового цвета. Нам нужно связать вот эти листики в уголках, 4 группы таких листиков, а также цепочки из 5 воздушных петель. Как мы видим, здесь все лепестки, все 8 лепестков задействованы бирюзовой ниточкой. Вот, все вершинки соединены. Итак, приступаем. Вводим крючок между лепестками и провязываем вот так вот воздушную петельку. Теперь делаем столбик с одним накидом. Причем крючок вводим в тот ряд, где мы в последний раз обвязывали вот этой яркой бирюзовой ниточкой. Теперь обвязываем каждый лепесток столбиками без накида, но первый и последний будет полустолбик. Итак, первый это у нас полустолбик без накида. Вот протягиваем сразу. Следующий у нас будет столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Теперь в центре лепестка, вот там, где у нас 2 столбика с накидом провязывалось, мы будем делать одну воздушную и снова туда же столбик без накида. Вот в центральном столбике с 2 накидами предыдущего ряда у нас получается в одну и ту же петлю провязано 2 столбика без накида, а между ними воздушная петля. Далее провязываем столбиками без накида.
обвязываем лепесток. Вот этот последний столбик мы провязываем полустолбиком. Последний столбик предыдущего ряда провязываем полустолбиком. Теперь вот у нас между лепестками расстояние, поэтому мы здесь делаем накид и провязываем столбик с одним накидом прямо поверх столбика без накида предыдущего ряда. И вот таким образом мы опоясываем бирюзовой ниточкой между лепестками. А следующий лепесток обвязывается точно так же. Полустолбик. Далее идут столбики без накида. Над центральным столбиком провязываем 2 столбика без накида в одну и ту же петлю, но между ними еще и делаем воздушную. Теперь провязываем далее столбики без накида. Последний провязываем полустолбик без накида. И теперь вот между лепестками делаем накид и провязываем над столбиком без накида предыдущего ряда. В этом ряду мы вяжем столбик с одним накидом. Вот так получается у нас. Вяжем дальше до конца. Все лепестки обвязываем, оставшиеся 6. Вот мы обвязали все лепестки нашего цветка и в конце сделали соединительную. Вот с этим столбиком с накидом, самым первым. Теперь соединительными петлями мы проходим до центра лепестка. Вот сюда нам нужно пройти соединительными. Теперь вот здесь, в центре цветка, где мы делали в одну петлю 2 столбика без накида, а между ними воздушная петля, вот сюда мы будем вязать столбики с накидом. Вместо первого столбика с накидом мы провяжем для подъема ряда 3 воздушные петли. Теперь провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные, раз, два, и опять 2 столбика с одним накидом. Все эти столбики будем вязать в одну петлю предыдущего ряда. Вот все 4 столбика у нас, ну, один-то столбик это 3 воздушные петли, но все равно в следующий раз будут 4 столбика с одним накидом, все будут вязаться вот так в одну петлю. Теперь провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять провязываем туда же столбик с накидом и еще один столбик с одним накидом. Теперь провязываем 2 воздушные и опять 2 столбика с накидом. Вот такой листик у нас получается. Теперь мы провязываем 5 воздушных петель, цепочку 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляем вот здесь по центру, там, где мы вязали воздушную петлю между двумя столбиками без накида. Провязываем столбик без накида и опять 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Теперь вывязываем следующий вот такой листочек. Давайте вспомним, как мы его делали.
2 столбика с накидом, далее 2 воздушные петли, опять 2 столбика с накидом, 5 воздушных петель, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Продолжаем. Эти квадраты можно соединять в процессе вязания. Вот, например, мы сейчас провязали 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И сейчас должны будем провязывать вот эту арочку из 5 воздушных петель. Так вот, посмотрим. Вот как раз этими арочками из 5 воздушных петель наши листики соединяются. А потом соединяются вот в этом месте и вот в этом. Вот в этих арочках. Надо посмотреть, где у нас лицевая сторона и где изнаночная, чтобы правильно соединять. Провязываем 2 воздушные петли и присоединяем вот за эту арочку такого же квадратика, ранее связанного, и провязываем 3 воздушные петли. А теперь продолжаем вязать 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и опять 2 столбика с накидом. Так, в этом уголочке мы соединили. Теперь нам нужно вязать вот к следующему лепестку арочку из 5 воздушных петель. Но мы свяжем только 2. Раз, два. Теперь мы присоединяем вот сюда, за эту арочку, по центру. И провязываем столбик без накида. А теперь оставшиеся 3 петли. И вот в центр этого лепестка соседнего мы провязываем столбик без накида. Так, соединили. Теперь нам нужно соединить следующую арочку. Вот эту арочку, вот она. Провязываем 2 воздушные петли. Соединяем в центр следующей арочки. И провязываем 1, 2, 3. Соединили. Вот теперь будем соединять опять листиками. Поэтому провязываем 2 столбика с одним накидом. Вот сюда, вот по центру лепестка. Там, где у нас была 1 воздушная петля. Две воздушные, 2 столбика с накидом. Теперь нам нужно вязать арочку из 5 воздушных петель и соединять ее вот с этой арочкой из 5 воздушных петель соседнего квадрата. Поэтому мы провязываем 2 воздушные петли. И соединяем вот с этой арочкой. Просто провязываем столбик без накида. И провязываем 3 воздушные петли. Далее столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И теперь провязываем опять 2 столбика с одним накидом. Листик у нас будет закончен. Теперь вяжем арочку из 5 воздушных петель. Вот до этого лепесточка. Далее
5 воздушных петель до центра следующего лепесточка. Тут вывязываем вот такой же листик. Продолжаем вязание. Ну и последний штрих – это соединительная с первым листочком. Вот эта арочка из 5 воздушных петель и соединяется с листочком, с первым. Делаем воздушную и заканчиваем вязание. Отрезаем ниточку, наш квадратик готов. Останется спрятать хвостик. Вот такое получается у нас полотно из квадратиков. Всем спасибо за просмотр моих видео, за потраченное вами время. Всем всяких успехов и самого-самого доброго. До свидания.